16 ноября исполнилось 40 лет с того дня, как не стало Павла Федоровича Гаевского, человека, имя которого неразрывно связано с коксогазовым заводом и городом Видное. В день памяти нашего легендарного земляка у дома, где он жил, собрались члены его семьи, ветераны завода, которые хорошо знали и помнят Павла Федоровича, а также представители молодого поколения видновчан. Много теплых слов было сказано о первом директоре завода, о его добрых и важных делах на благо города, который сделал немало для видновчан и процветания Видного. Отец делал то, что он сделал, не один. Рядом с ним были замечательные люди, которые упорно, я бы сказал, героически работали вместе с ним. Павла Гаевского помнят и видновские мотоболисты, ведь именно благодаря ему в нашем городе появился этот вид спорта. Президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев вспоминает, как Гаевский настраивал команду на победу. Мы место займем, я говорю, Папюш, мы в пятерочку, я думаю, попадем. Он говорит, почему в пятерочку? Я говорю, ну там перечисляю команду. Он говорит, а что они, говорит, такие же мужики, у них 4 ноги, у них, что у них 5 рук, такие же мужики. Сколько раз тренируете? 2, знаешь, 6 раз надо тренироваться. Память о нем, конечно, у команды будет, всегда была и будет. Это человек, который нас научил побеждать. А после все участники митинга возложили красные гвоздики у мемориальной доски и сделали общую фотографию. Время не властно над человеческой памятью. Особенно, если это память о тех, кто ее достоин.